Накануне Аки области Асхат Шахаров встретился с заслуженным деятелем Казахстана, учителем-ветераном Урыншой Карабалиной Казыбаевой и членом Союза писателей Казахстана, общественным деятелем Зейне Пахметовой. На встрече также присутствовали потомок Темирбека Жургенова Жагып Нуржанулы, историк-краевед Бекарыстан Мырзабай. Глава области приветствовал гостей, прибывших в регион, поблагодарил их за большой вклад в развитие казахской культуры, нравственное воспитание поколения и вручил памятные подарки. Я рад видеть вас на Актюбинской земле. Мы благодарны вам за то, что передаете молодому поколению учение легендарной личности нашего народа. Мы всегда будем гордиться им. В регионе в честь 125-летия Темирбека Жургенова организованы различные мероприятия. Уверен, что актюбинцы и гости, съехавшиеся из разных уголков страны, смогут по-новому оценить исторические решения, благородные дела видного государственного и общественного деятеля.